Рады, рады. Сегодня у нас особая Говардан Париграма. Yeah.
यहाँ रखने से तो काम होगा ना, यहाँ रखना चाहे रोज रोक के पानी देके, पानी देके, पानी देके। Сегодня мы в гостях у моего отца Бриджа Баси, Радакунда Баси, и его родственников. Стопка роди, браджа роди, браджа, браджа прием. Браджа баси, браджа баси. Very, very good singer. Сегодня я впервые познакомился с членами своей семьи. У моего бабы большая семья. И они устроили сегодня такую большую вайшнава-севу. Она совпала с этим днем, 22 числа. Вот, я счастлив тем, что это произошло сегодня. Мой баба, которому 90 лет, Нанда Баба, Бриджа Баси, такую севу устроил со своими родственниками. Спрашивают меня, ну как, просад хороший, довольны все? Я говорю, да, Гуруджи доволен, Бхагаван доволен. Гуруджи Хантор. Вот он наш баба, Ардрани Киджай, Махарани Киджай. А! Бриджа Баси прием роти. Все, пригласили его на просад, у него только одна мантра, Радарани Киджай. Вот такой у нас Ситха Баба. Побежал он. Ситха Баба побежал. От соблазнов. Вот так послужил наш. Вот наш Баба. Гуруджи, два моих баба. Гуруджи, апко пасан, Гуруджи? Ананд? Мария. Рады. Вот он. Обратите внимание, чем занимается наш ситха баба. Радарани Киджай. Знаете, чем вы занимаетесь? Смотрите, чем он занимается. Это его сева. Вы такого не видите. Посмотрите на его внешний вид. Внешний вид ситха бабы. Все, что он делает, он раздает деньги. Он постоянно раздает по 10 рублей каждому. Подарки, конфетки. Где он деньги берет? А, где он деньги берет, никто не знает. А, вот вариант. Вот такой ситха баба наш. Динабанду! Вот так вот. Вот она где, прямо. Денег нет, а он их раздает.
как-то ему спонтанно кто-то жертвует, и он потом все раздает. Обходит Говардан два раза или три раза в день, каждый день. И постоянно он называется Нишкинчан Баба. У него нет тилоки, у него нет четок, у него ничего нет, но он идет, постоянно Радханим прославляет. Севу совершает. Раздает деньги, детям конфетки, подарки, вот даже вещи раздал какие-то, какую-то одежду. Вот у него порванная парикрамка такая. И полная. Вот делать. Вот видите. Вау! Дает Бриджабаси менеджерам. Богатым. Раздает по 20 рупий. Вот. Вот такая у нас семейство такое, Бриджабаси. It's great Нишкинчан Сида Баба. He doing two, three times Govardhan Parikrama every day. He don't have money, but he always distribute money to children's gifts many times. He glorifies Radharani always. He don't... И что интересно, дети к нему подходят, они уже знают его. Представляете, обходит Говардан, Ардакунда, Шемакунду, дети уже знают его, что он раздает подарки или деньги. Они к нему подходят уже, и баба уже готовит. И так каждый день. Он хорошо английский знает, как-то я с ним разговаривал. Он был учеником Бхактиданта Свами Шрилы Прабхупады. Как он говорит, Радхарани распорядилась так, что я вот здесь, и я счастлив. तुम बना लियो नहीं बाबा बना दे बाबा की आपकी रसोई लगाई थी ना आपका हाथ सुन